Yani selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ağır mısın darma, mansın darma. Ye bol şu olam. Maşallah, elhamdülillah. Oh, Allahu Akbar. Горбатая, машала. Дилкаку нахрен гакет прожили. Дала стык. Дала прям кушать по утру, ё-моё. Мощно стык. Келемешки жаным сол. Тоқта. Жарайды, жүре бер. Өй, тоқтасайшы. Ладно. Итак, мы на жылқыдамыз. Бүгін смена. Жылқы кетіп барады жел деп. Ақырын ақырын. Медленно, но уверенно ғой. Итак, здравствуйте, мои виртуальные друзья. Сегодня на смене. Лошади идут. На улице жара конкретная стоит. Немножко малейший ветер. А лошади сразу на ветер начинают идти. Иду сразу на ветер. Сзади вот сколько лошадей осталось, е-мое. Гнать неохота. Еще начнешь гнать их, блин, они как попрут, е-мое. Фиг остановишь. Ну, он уже шарахается, бегает. Кстати, они пешком. Пешего человека больше боятся, чем на мотоцикле. Привыкли они, что мы постоянно на мотоцикле. Дрын-дрын-дрын-дрын. Болныре, ладерны. Блондин. Шағыр. Машала. Әдемі айғыр. Бері прям қастан жүр ғой. Жабысып. Айғырға. Ано артына асыма пайда келейік. Бері қарай. Қалып кетті артында әні. Ай, шыбын деген машала жеп қойды ғой, шыбын жеп қойды. Охотник. Шыбын деген жеп жатыр ғой, е-мое. Жел жоқ дала. Жылқы кетіп барады.
Машалла, хамдуля. Маса деген жеватыр, йоу. Жеп бітірді уже. Так, біреу, екеу. Жеп бітірді ғой, жеп бітірді. Йо-майо, маса деген. Қашып барады менен ғой. Жел де жоқ қой. Прикинь. Йо-майо. Аңшылап жүр ғой мынау. Этот сокол охотится. Лошади идут. Из травы поднимают, короче, этого. Птичку. Не знаю, как называется. Из травы поднимают, короче. И начинает нападать на него. Так. Золотой. Алтын. Эй, алтын. Алтын возмужал. Карагөк. Жарюха, машала екен ғой. Я говорю, мухи кушают прям. Жестко. Ветра нету. Ветер был, короче, и успокоился. Теперь лошади перестали идти на ветер. Садомаза идет. Так, так понимаю, жалко косяк да это. Лайтендер. Так. 7 бил кундамадан. Первый раз, как в прошлом году жеребилась. В этом году не жеребилась. Иншаллах. У нас еще год жеребец. Аллах Аласа. Это молодая кобылка, в прошлом году первый раз жеребилась. Обычно они первый год жеребец, первые родки. Потом не жеребится. Так, или месушка. Два жеребчика ажалские. Ажалские дети. Может, кому надо будет на племя. Желающие, обращайтесь. Обычно, короче, когда ветер, малейший ветерок, лошади прямо на ветер идут. Так что ветер был, они вот шли на ветер. Сейчас ветер успокоился, все, ветра нету. Встали, все, не идут. Ну, тебя гнал-гнал, тоже встали. Тоже не идут. Сейчас опять придется их гнать. Ой, мухи. Достали мухи, капец. Ожал.
Әлі мотор ғой, ё-майо. Тай, енес мен бірде әкен ауызындыр айт. Әлі емі батыр. Ұятсыз. Ажал. Какие-то бабочки на ушах, видите, да? Странно. Кто знает, напишите, что за болячки на ушах. С внутренней стороны, с двух сторон. Только у него. Эй. Кому нужен, продается. А так жало белый. Высокий, крупный. С матерью наравне, ё-моё. Полторашка. Хамдуля. Эй, Вандрей! А я! Андрей! Совсем не хотят идти. Сразу семейка, да? Походу сидят одной кобылы, короче. Все белые. Бондрей! Колончик, колончик, маленький, недавно родился, наверное, примерно недели-то. Ну, короче, как-то так. Жылқы бағамыз, айдаймыз, ертен жинаймыз. Танытпай. Келетіндер өздері келеді суға. Кимейтіндер. Айдай келеміз. Мына бүкіл үйірде GPS-тер бар. Уже біздің балалар біледі уже. Танытпай, короче, сағат 3-ке қарай. GPS береді бәрі. GPS-тен лақтырады. Кім қайда жүргені. Эй!
қайда жүргенін білеміз. Таппасақ звондаймыз, GPS-ін қарай сал деп. Просто мына жақта артында, короче, егін ғой, жолдың ар жағында сразу егін. Поэтому сәлпай былай қарай жібереміз, сәлпай. Былай қарай айдаймыз да. Егінге түсіп қалмасын деп. Әйтсе жылқы аяқты мал ғой, жүре береді. Жүре береді, жүре береді, тоқтамай. У нас тут в каждом гаске GPS есть. У всех GPS. Проблем как бы почти нету. Часиков в 3-5 начинают скидывать GPS уже. Где кто ходит. До 12 один раз скидывают, чтобы посмотреть, куда направление. Потом с утра уже рано скидывают. И видим уже, где кто ходит, куда пошел, где искать. Кого не найдем, звоним хозяину. Посмотри GPS. Он глянет. Поедем, пригоним. Почему отгоняю? Некоторые говорят, что гоняешь, зачем гоняешь? Сзади этот самый. Километр 2 трасса, за трассой сразу егин стоит. Посев. Поэтому надо отгонять подальше, чуть-чуть подальше. Вот они, батонские девочки, дочи. Вот это батонская, вот на батону похоже, прям вылитая батон. Такая же небольшая, плотная, пузатая. Не волнуй. Вот это батоновская. Пузатенькие. Ржавские. Пошли. Желающие, продаю на жеребца, кому надо, 450. Мясом больше вытащит. 2 месяца на откорме, иншаллах, 600 тысяч вытащит. Эй! И машалла, баракалла. Колончик. Поздненький, да? Полный. Жүрдің. Мухи кушать конкретно. Хоть себе тоже на лицо маситу сет надевай, е-мое. А, еще и прилипает прям к лицу, е-мое. Джамшил, джамса такой. Мы на горам дрова. Сколько их летает здесь. Сволочь там. О! О! Рой целый, кингауза. Джаксонда, давай сабунда. Мои виртуальные друзья. Пишите, лайки ставьте, отвечу, пообщаемся.
пообщаемся в комментариях, кому интересно. Да вот у меня один звонил с Чимкента, мясник. Лошадей продаешь, говорит. Мне много надо. Желающий покупать немного. 2-3 головы. Жеребята, там полторашки. Вагонами нету, фурами тоже нету. Не продается. Что-то оставляется на скотину молдонула. Что-то продается понемножку. Поэтому сразу отклеен. Вагонами никто не продает. Я оставать. Салгомбер.